Впервые презентация ежегодного каталога предприятий Абхазии торгово-промышленной палаты проходила в закрытом режиме. Во двор гостиницы «Атриум Виктория» были приглашены только те представители бизнеса и органов власти, кто принимал непосредственное участие в создании каталога предприятий 2021 года. Пандемия внесла свои коррективы и в организацию мероприятия, и в его содержание. Руководство ТПП наградило 25 членов палаты за участие в движении «Мы вместе» и финансовую поддержку в борьбе с COVID-19. Само движение, оно еще раз доказало о том, что наши предприниматели готовы в разное время отвечать на разные вызовы, оказать поддержку государству, при этом адаптироваться в самых непростых условиях, при этом сохранить свой бизнес, развиваться, утверждаться не только внутри страны, но и за пределами, принимать какие-то непростые решения, поменять абсолютно свой внутренний процесс работы, при этом принимать решения, которые, возможно, неизвестно, как они будут сказываться в лучшую или в плохую сторону, никто пока еще об этом не знает. Как говорит Борис Барцыц, генеральный директор компании «Амобайл», непосредственный участник движения «Мы вместе», абхазский бизнес и диаспора сообща сделали все, что от них зависело в самый сложный период пандемии. Движение «Мы вместе» – это был такой вот яркий и позитивный пример того, как бизнес-сообщество, руководство страны, гражданское общество может объединять усилия и решать архисложные и важные задачи. Движение «Мы вместе» показало, что наше бизнес-сообщество, для них на тот момент вопросы социальной ответственности были выше, нежели экономические вопросы. Борис Барцыц благодарит торгово-промышленную палату Абхазии за внимание к деятельности движения «Мы вместе». Но сегодня не время расслабляться, считает он. Государство, бизнес и гражданское общество должны продолжать сообща противостоять вызовам, которые ставит перед республикой пандемия. Я думаю, что тот опыт и тот пример, который был год назад, его нужно применять и дальше. Впереди нас ждут еще много вызовов и надо говорить о том, что лимит вот этой вот социальной ответственности и государства, и бизнеса, и гражданского общества в постковидное время, он должен быть выше. Что касается каталога предприятий ТПП Абхазии, то темой 2021 года стали проблемы и перспективы строительной отрасли в Абхазии. Несмотря на пандемию, в этом году издание получилось более объемным, чем в предыдущие годы. Само издание, оно очень объемное в этом году по сравнению с прошлым годом. Оно включает более 1200 предприятий. Это говорит о том, что несмотря на эпидемобстановку за 2020 год и той инфекции, которая по сей день еще распространяется, наши предприниматели не отчаиваются, развиваются, создают свой бизнес, адаптируются и делают все возможное для того, чтобы экономика нашего государства развивалась. С 2017 года лаборатория InLife, более известная в Абхазии как LabQuest, публикует информацию о себе на страницах ежегодного каталога. Для диагностического центра это прежде всего вопрос престижа. О нас и так все знают, просто мы хотим идти в ногу со временем. А так как торгово-промышленная палата – это сегодня топ-палата, где сосредоточены все бизнесмены, различные виды бизнеса на импорт, на экспорт, неважно, мы должны быть среди них. Переоценить важность нахождения предприятий на страницах ежегодного каталога торгово-промышленной палаты Абхазии трудно. Тем более, учитывая, что распространяется издание далеко за пределами республики. Каталог предприятий, он распространяется не только внутри страны, но и на всех мероприятиях, в которых торгово-промышленная палата принимает участие за пределами нашей республики. В то же время мы считаем, что этот источник может служить своего рода бизнес-сувениром, который могут использовать руководители предприятий, сами предприниматели, рекламодатели этого каталога при командировках, во время участия в форумах, конференциях, бизнес-встречах за пределами республики. Мы считаем, что это очень полезный источник, в первую очередь, не только для самих предпринимателей, но и для государства в том числе. Информация, необходимая потенциальным клиентам, компаньонам или инвесторам, обновляется ежегодно. Так ТПП обеспечивает мир актуальными данными об абхазском бизнесе и государственном устройстве Республики Абхазия. Марианна Котова, Турникай Мичба, Абаза ТВ.